Добрый вечер. Хочу показать, как я, значит, ужинаю. Пятый прием пищи. Он же последний на сегодня. Время 9 часов. Ну, лучше, конечно, с 8 до 8 и 8 последний раз кушать. Ну, я с 9 до 9 питаюсь. Значит, обязательно белки от двух отварных яиц. Я уже их заранее от желтков отделил. Так. И творог. Ну, обычная пачка любого творога. У меня он обезжиренный в этот раз, собственно, можно 2%, даже 5 можно, но лучше, конечно, не больше 2% вечером. 5% лучше с утра есть, пожалуйста. Значит, я выкладываю его в тарелочку. Так. И добавляю немножко вот этого греческого йогурта 2%. Вот полбаночки, здесь 140 грамм, наверное, да, где-то так. Вот полбаночки сюда. Все, и тут еще осталось на завтра мне. И сахарозаменитель жиденький. Вот такой вот у меня. Все, перемешиваю ложечкой. И получается типа десертика. Вот это вы меня спрашивали, чем я себя иногда балую вкусняшками. Вот это для меня самая вкусняшка. Вот это будет мой пятый прием пищи. Белки и вот такой вкусный творог. Повторяйте, готовьте. Очень вкусно. Дальше продолжаем худеть.